Верховная Рада дала добро на привлечение к уголовной ответственности депутата от оппозиционного блока Вадима Новинского. Спикер вынес вопрос дня на голосование. За снятие неприкосновенности с Новинского проголосовали 228 народных избранников. Не отдали свои голоса оппозиционные блоки, депутатские группы «Відродження» и «Воля народа». Сегодняшний день был тестом на демократию для народных депутатов Украины. К сожалению, некоторые его не прошли, заявил Алексей Гончаренко. Мы не есть суд, мы не есть слідчі. А на яке ж питання має зараз відповісти Верховна Рада? Верховна Рада має відповісти на питання, чи український парламент має бути чесним перед українським суспільством? Партия «Солидарность», блок Петра Порошенко в большинстве проголосовала за снятие неприкосновенности с оппоблоковца. И тем самым показала свою принципиальную позицию. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп Алексей Гончаренко. Фракция блоку Петра Порошенко підтримує рішення про зняття депутатської недоторканності з пана Вадима Новинського. Чому? А тому, що фракція блоку Петра Порошенка має принципову позицію, що ми не маємо права ділити країну. В свою очередь Вадим Новинский заверил, что ни в чем не виноват. Ожидал любого решения, но справедливого. А это политическое решение. Я утверждаю еще раз, в деле нет ни одного доказательства моей вины. Все построено на домыслах Генеральной прокуратуры. Это просто триллер какой-то политический. Смотря на это, депутаты закрыли глаза и проголосовали. Ну ничего. Обиделись на них? Я зачем? Я никогда не обижаюсь ни на кого, только на себя обижаюсь. Напомним, Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира, архиепископа Драбенко, якобы с целью заставить Владимира отречься от церкви.